Да, сейчас будем, значит, мстить. Что-то у меня не везение с этим гла. Только гла и попадается. Позиции интересные попались, конечно. Кто, говоришь, против нас? Эйр. Ну, два завода неизбежно. Ты кто? Ты пойдешь, наверное. Ну ладно, иди. Дропают. А я нападаю на него. Почему бы и нет, конечно же. Очень даже хороший план. Чтобы к Хамви не заехали. Всякую вату надо понастроить. А, один и один сюда и... О, серьезно? Где-то... Только у него ничего нету. Я просто крестьянин. Давай тут построим барак. Мне кажется, мы тут его не построим. Я подчиняюсь. Разве нельзя жить в мире? Да. Защитимся. Заодно противник смутим. Я просто крестьянин. Было много работы. Да ладно, ну. Подразделение потеряно. Что это такое? Я буду так. Есть хочу. Этот молоток тяжелый. Только не бейте. Займусь по настроению. Не стой за спиной. Что? Остановись. Я буду работать. Не стой за спиной. Подразделение потеряно. Еще и сдаюсь. Зачем так ездить, а? Давай, подъезжай, бери. Ну, шевелись. Кажется, он первый Хамви забирает. Довольно хорошая новость. Он нам просто так достается. Ладно, черт, с этой штукой. Блин, а я боялся, что какая-нибудь вода будет. Ее нету. И нету. Че, как дела? Дропнул. Да. Ай, ладно. Я буду работать. Этот молоток тяжелый. Подчиняй! Вот это нормально. Что вы хотите от меня? Я буду работать. Я закончу здание. Я чувствую прибыль. Только не бей! Я буду внизу, сколько смогу. А? Да. Чудо юнитов нашли. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Разделение потерь. Давай, чини кто-нибудь.
совсем пупо. Только не пейте. Лучше инструментов нет. Быстрее, готовьте. Уже на ногах. Что? Да, да. Визитка. Наша дома в опасности. Нет, на это терпение. Да, да. Они сломаются и нахрен. Я подчиняюсь. Я просто крестьянин. Чини, 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 чини. Не стой за спиной. Тихо, чини. Нет, на это терпение. Разберись. Только не бейте. Постараюсь поторопиться. Юнитка. Да, да. Затырялись не в крышке. Ну, успеет. Я уже рад. Нет, на это терпение. Подразделение потеряно. Генерал, наша земля атакована. Опасно. Да, да. Ай, ладно, ладно. Я буду работать. Ладно, вот так сделал. Я буду работать на мере на ногах. Видел он меня, видел. Не стой за спиной, иду. У меня нет на это терпения. У нас мало энергии. Чё? Теперь я могу дропнуть. Есть работа для меня. Клаха. Чина. Вообще отлично. Будем улучшать? Я построю где угодно. Уже идем. Да, повезло, конечно. Что за дела? Сейчас вы увидите мастер-класс, как надо дропать. Такой сильно, конечно, не пугайтесь. Он тоже проколки 3 дозера, ну ладно. Отлично, до проекции. Давай строим. Приступаю к работе. А вот как сделано. Что за дела? Приступаю к работе. Отлично звучит. Нагружено. Станк ГТО США. Груз в движении! Я по графику! Ух ты! Роб у нас читерит.
нас будем основать. Даже как. Давай еще одного. Хотя бы продажу. Ладно, не буду ничего такого да? делать. Уже занят. Из третьего лишнего. Я построю все угодно. Сюда уже турельку, занят. Туда турельку. Но зачем ларейты? И все. И прям настоящий про. Я на работе. Да? Приступаю к работе. Новое строительство? Куда полетел? Груз в движении. Я займусь товаром. Доставляем ресурсы. Дропой, да? Нужна доставка, генерал. Это очень плохо. Вообще отбить нечего. Подпишитесь. Все по графику. Доставляем ресурсы. Восстанавливаем есть цепочку. Работа для меня. Давай найдем место поэкшей. Извиняюсь. Возводим основание. Отличное место. Всем достанется. Обеспечение ресурсами. Всегда готов. Да что за вата, я же строю. Разве нет? Подразделение потеряно. Притятина, я же сделал. Все готово. На службе страны. Да, конечно, проиграешь. Давай строить. Они атакуют нашу базу. Проложу свой путь. Что за дела? Отличное место. Мочка, ничего-то. Не хотят мочка на нас. Ух ты, куда мы летаем, коса. Там ГТО США. Восстанавливаем цепочку. Красавец. Еще проекты? Будем улучшать? С этим не справлюсь. Ой-ой-ой, да, продать надо. Ой, какая один день. Загружено. Там ГТО всегда. Провожу свой. Точки в порте. Всем достанется. Круг движений. Правителя в пути. Стараемся беспалевно построиться. По-моему, не выйдет. Ладно, ладно, встречаем. Подразделение потеряно. Провал, конечно. Ну ладно, да? Сюда. Все готово. Подразделение потеряно. Хочу взорвать чего-нибудь. На вот, у меня ракетница готова. Я на работе. У нас мало энергии. Дело. Конечно.
Теперь у нас куда поехать? Вниз. Подразделение потеряно. Ау. Хочу взорвать чего-нибудь. Подразделение потеряно. Терен. Подразделение потеряно. Идем. Подразделение потеряно. Сливаются юниты. Подразделение потеряно. У нас мало энергии. Ура! Пока не будем вид подавать. Где что мы? Маяк размещен. Подразделение потеряно. Не вижу где. Ура! Подразделение потеряно. Супер боевой юнит готов. Он должен затащить всю игру. Что нам надо? Дальний ставок. Переходим в боковой барьер. Системы навигации готовы. Все в проекте? Вас понял. Курс указан. Путь по теперь все. Лео. Стабилизаторы готовы. Системы навигации готовы. Системы навигации готовы. Подразделение потеряно. Доставляем заряд. Эй. О, мы стащили. Это радует. Бомбим базу. Лазер наведем, чтоб глаза на лоб. Ой-ой-ой, нет. Излетел. Вверх круговой самолет. Только не стреляй. Подразделение потеряно. Бабах. Одно из наших зданий захвачено. Радар нас не заметил. Переходим в звуковой барьер. Путь почти все. Подразделение потеряно. Отлично. Обнаружен вражеский черный лотос. Маяк размещен. Подразделение потеряно. Что запрыгаешься?
возле основания. О, где? Кажется, это все уже КГ. Одно из наших зданий захвачено. Подразделение потеряно. Они украли здание. Нас разгромили. Против такой группы. Дворец. Тащи дворец. Ёлки-палки. Строить можешь еще. Не будешь строить? Печку? Нет, не будет. Ну ладно. Ну, когда не надо, лотосы просто с собой. Ух ты, что сделать? Я продал. Холю вынесли. Ой, холю. Бартон. Нас разгромили. Вот. Да, похоже на это все. Всем спасибо, кто там был. Кто к нам был, кто с нами был. Всем пока-пока.